Это канал Командор. Меня зовут Кира, а это мои друзья Леша и Сережа. Я считаю, что лучшим вариантом провести свободный вечер – это настольные игры. Но какую же игру выбрать? Сегодня мы разберем игру «Спаси Пухлю» от Disney. Игра сделана по мотивам сериала «Gravity Falls» и начинается с того, что поросенок Пухля потерялся, и победит тот, кто найдет его первым и вернет в хижину чудес. У нас в игре есть игровое поле, карты дороги. Они нужны для того, чтобы проходить дальше. Еще есть карты персонажей. Есть карта Пухли и сама фишка. Есть карта хижины чудес. Есть кубик. Есть карта помощи и карты пакости. Еще у нас есть и другие персонажи. У нас есть Зус, Диппер, Венди, Мейбл, Индистен. У каждого персонажа есть свои суперспособности. Сначала мы берем карту персонажа. Мне выпал Зус. Я беру Зуса и ставлю его на старт. Когда я дохожу до знака помощи, я беру карту помощи. Также с знаком пакости. Еще есть знак указатель. Если я на него встаю, то я могу открыть карту дороги. Также есть значок «Сделай еще ход». Я просто хожу на одну клетку вперед. Также есть «Пропусти ход». Ты просто пропускаешь ход. Также есть значок «Сбрось все помощи». И ты выбираешь место, куда ты сбрасываешь все карточки, которые ты не использовал помощи. Когда ты доходишь до знака тотема, вы открываете тотем. Также, когда вы доходите до Пухли, вы его берете, и вы теперь можете ходить только на 3 хода, на 1 или 2. На 4, на 5 и на 6 не можете. Но также вы не можете с Пухли ходить назад по стрелкам. В конце, вы когда доходите до хижины, вы побеждаете. В данном случае здесь нужно, чтобы выпал на кубике 6, чтобы победить. Если выпадает 1 или 2, то вы берете карту пакости. Мы уже сыграли в эту игру с моими друзьями несколько раз, и она мне очень понравилась. Больше всего в этой игре мне нравится решение с картами, которые дополняют игровое поле. Это очень интересно. Эта игра рассчитана на детей старше 6 лет. Максимальное количество игроков 5. Играйте много, играйте весело. И помните, вы всегда сможете найти себе развлечение. Пока-пока!